Назаров, Назаровский городской совет депутатов. Пожалуйста, Владимир. Назаровский городской совет поступило письмо председателя общественной палаты о том, что необходимо рассмотреть кандидатуру для включения в состав общественной палаты, поскольку член общественной палаты, выдвинутый Назаровским городским советом по собственному заявлению, по собственному желанию, попросил вывести его из общественной палаты, представляет председатель общественной палаты выписку из протокола номер 4 заседания членов общественной палаты города Назара, а также представляет копию заявления. И, то есть это наш кандидат, отец Владимир, вот он просит вывести из состава общественной палаты, обратился к председателю общественной палаты и, соответственно, далее председатель обратился к нам о том, чтобы мы рассмотрели кандидатуру, ну и в соответствии с утвержденным положением об общественной палате, кандидатура утверждается решением городского совета. Предлагаю, у вас в раздаточном материале проект решения имеется, вы его получали до проведения заседания, то есть был направлен своевременно. Ну и прошу вот данный проект решения обратиться к нему, посмотреть, то есть зачитаю, внести изменения в решение от 29.09.2021 года номер 33-253 об утверждении членов общественной палаты Назаровского, общественной палаты города Назарова от Назаровского городского совета депутатов. Вывести из состава общественной палаты города Назарова от Назаровского городского совета депутатов Золотухина Владимира Михайловича, настоятеля Покровского храма города Назарова. Ну и далее пункт ввести. Кандидата нет. Прошу сейчас, какие будут предложения по кандидатурам? Я уже что-то за вас. Коллеги, мы как бы вам раздатку дали. В проект решения нужно внести следующую кандидатуру. Я думаю, что вы поработали уже на участке. Пожалуйста, предложение. Уважаемые депутаты, приглашенные, хочу предложить Надежду Витальевну Ефименко членом общественной палаты. Как вы к этому относитесь? Так, первый кандидат. Вторая. Это директор ООО «Пирамида», медиахолдинг, известный человек. Еще, пожалуйста. Коллеги, все, что ли? Одна кандидатура? Хорошо, ставим на голосование. Кто за то, чтобы вакантное место заняла у нас Ефименко Надежда Витальевна Пирамида? Кто за? Ну, ты сейчас на сессию вынесете, а вам решение. Воздержался? 1, 2, 3. Член комиссии против? Большинство кандидатур, большинство голосов. Мы выдвигаем Ефименко Надежду Витальевну. Так, теперь, кто за то, чтобы этот проект решения с данной кандидатурой вынести на сессию. Кто за? Спасибо, единогласно. Переходим к следующему вопросу. Мне можно.